Красные или синие? Красные или синие? Красные. Точно? Да. Фильм «События». Не взорвалась. Значит, синий. Беспрецедентный случай в российском кино. Главные звезды ТНТ в одном проекте. Да ладно, врешь ты все. Высокоинтеллектуальный юмор. Там я чпокну вас. Самые современные спецэффекты. Иностранные звезды. Товарищ, вверх зайдет она. Санта-Клаус, лимонад, накачанный Сталин, любовь, слезы, разлука, свингеры. Во всех кинотеатрах с 25 января. Все, есть. Зомбоящик. Это...